И здорово, народ! Сегодня 28 марта, на всякий случай, наверное, буду так начинать свои летсплеи, чтобы вы имели понятие, когда я снимаю, чтобы не писать не наперед. Ну, конечно, спасибо, что подсказываете мне заранее. Вот, но у меня такая есть проблема, наверное, лично со мной связанная. То, что я, допустим, прочитал, и это надо понадобится мне через месяц, то это об этом почти не помню. К чему это? Это все к тому, что все, что было связано с пчелами. Вот, спасибо человеку, который мне подсказал. Он, ну, он знает, он мне давно писал. Я тебе там писал под одним, под другим. Ну, блин, вот, вот когда мне это надо, ну, вам сложно подсказывать мне, потому что я-то записываю наперед. Вот, и поэтому чаще всего они уже не имеют смысла. Вот, ну, на всякий случай, вот вы уже завтра будете смотреть, я сегодня записываю, завтра вы выложу. Вот, по его подсказкам я таки научился это делать. Вот, в общем, у нас вот пчелка есть, ну, это испытательная пчелка, вот пчелка, вот этот апгрейд, который не разрешает ей отсюда уходить. Если я разрешу ей выйти, она тут сдохнет. Уже есть опыт. И вот я, эта кормушка, оказывается, я ее ложил вот сюда, ложил сюда, ставил впритык. Не работала. После того, как я ее поставил сюда, она начала работать. Вот. Также вы видите, что у меня немножко расплодились жители. Ну, расплодились. Я им поставил кровати. Вот у меня один безработный пока. Я не знаю, что ему дать. Вот, эти у меня уже прокачанные. Эти тоже прокачанные. Почему этот у меня тут ходит? Ну, все связано с пчелками. Я-то думал, он мне что-то даст такое. Ну, я не понял, как мне пчел разводить. Ну, и решил, думаю, наверное, надо пчеловода вывести. Вот, ты пчела, я пчеловод. Вот, и типа даст мне... Ну, может, хорошую пчелку, думаю, даст. Ну да, он дал пчелку. И вот всякое тут приятное. Вот. То есть с пчелами я разобрался. Так, для этого надо вылететь отсюда, да? Вот пчелы у меня тут. Так, кстати, как это? Еще одно. У меня не было. И опять про... А, вот. У меня не было вот этой вот Distress Call, которая нас отправляет в край. Я все искал, думаю, где она, когда она появится. Вот. И Defragmentation, в общем, я как бы прошел, но его нечестно прошел. Я чисто выполнил задание, или как бы это сказать. Вот. В общем, вот она. Опять же, неправильная, потому что в новой версии она как бы по-другому. Вот это вот... как она называется? Ну, вот, вот эта вот вся арена, она по-другому выглядит. Вот. Ну, тут чуть-чуть, наверное, сейчас будет урок маленький. Так, значит, так. Наверное, для начала возьмем B. Так, эту мы запихиваем сюда, забираем. Вот. Ее берем и спокойно выкидываем. Вот, у меня арены нету. Если вы хотите вернуть себе арену... Так, ладно, давайте... Да вот не знаю, что... Давайте с пчелами закончим, да? А то я тут начал. Вот, пчелы. Потом, надеюсь, не забуду, покажу арену. А, это не то, вот. Так, я не знал, как, чего, вот. Видите, у меня вот это Inferium комбы, вот теперь. Тут все забито, тут все забито, тут забито. Ну, тут еще не забито. Они вот единственное место, где могут вылазить. Я не помню, какая фигня это дает именно. Что-то вот из этих она дает
и на размножение. Вот, то есть этих комбов у меня дофига. Вот, ну, у меня не справляется система, поскольку у нас, значит, получается, что вот эти пчелы могут, ну, вот таким вот макаром сидеть где угодно, я эти улья потом перенесу на улицу. Ну, наверное, их больше будет. Вот, вот видите, их тут уже довольно-таки немало. Давайте их еще покормим, это благо мне понадавали. Тинк. Вот, они сейчас у меня более-менее такие крутые будут, вот. И что хотел сказать? А, вот в эту банку можно любую муху засунуть. Короче, сюда ставим этот... Хоппер. И кидаем вот эту вот муху с... ну, не муху, а эти пчелы вот с этой вот. И она туда переходит. Это чисто декоративное. Но я потом можно забрать низ хоппер. И, ну, поскольку они мне не нужны, как бы, вот они тут живут. Вот. Это что касается пчел. Да, подождите, у меня тут что... Димка чё, напалился на плечо. Так, вакс я не знаю, для чего мне вообще тут нужен. Вроде бы как он не особенно тут и нужен. В основном, видите, у меня нету Dragon Chunk, поэтому я не могу сделать ну, вот этих ускорителей. У меня только их два, поэтому я все закинул сюда. Вот, но она более-менее работает. Я, конечно, могу сделать вот таким макаром, но это ж... не, ну, как бы не особенно огромный выход. Она работает быстрее, но... ну, такое себе. Вот, а работает это у меня как? Вот отсюда забирается, поддается в бочку, как бы буфер. И из бочки идет все сюда. Это тут перерабатывается, и там вот труба есть, отдается сюда. В принципе, все проще. Можно это, конечно, сделать на АЕ все. И надо будет сделать. Но пока мне этого... это за кадром будет, наверное, быстрее всего. Так, 21. Куда я их дома там выкладываю? Вот. Все, что касается пчелок. Эти, конечно... блин, так и не показал. Вот. Я хотел получать инфернал, допустим. Вот. Рецепт. Нет. Да, рецепт. Как получить нужных пчелок? Мне подсказали, но не до конца. Там написал, что через металлургический инфузер это все получить можно. Вот, я так не особенно понял, как это делается. И давай искать информацию. И вот у нас, как бы, показывается, да? А вот он, центрофуга. Нам надо вот это. Значит, нам надо такая пчела, рецепт, вот она, пчела, рецепт на нее, ну, нету, да, тогда берем, набираем этот самый, набираем, да, и ищем вот эти вот радиоактивы, R-кристалл, инфериум, нажимаем рецепт, для этого надо хотрам инфериум, ну, это я получил, да, для этого нам надо Honey Trap соединить с Gen Sample. Ну, я так понимаю, да? Но, хорошо, отлично, спасибо, подсказали. Рецепт. Твою мать, можно было легче без всех этих. Ладно, все, мой косяк. Ну, в общем, я по-другому нашел. Я получил Gen Sampler. Gen Sampler, да, вот, и нашел его рецепт. И потом думаю, блин, все так просто. Вот, делаем материю с нужной нам фигней, получаем 100% ген-сэмпл для нужной пчелы. Да? И мы потом из нее можем получить нам нужную пчелу. Но мне на данный момент, ну, как вот, ну, кого пауза интересна, там дофига всяких пчел можно получить. Дай агломерей. А, вот это вот было бы неплохо получить. Эти мне, я так думаю, понадобятся. Nether Star Enchantment. Так, Nether Star можем получить. Вот это Gen Sample.
Так, из полезного, ну вот эти аэрокристаллы, Pink Slime, Гастир у меня и так идут, солюм пока не надо, чизель это вообще, это что такое, Мейсон Би, ну она что-то там даст, блок Compression Iron, Лапис Лазури не надо, вот эти вот, ну, в принципе, тоже, ну, вот эмеральды, но эмеральды у меня и так идут, и тем более жители сейчас могут плодиться. Это майнинг, она не помнит, что там дает, фиг с ним. Силикон я могу получить. Дримшет алюминиум блок. Ну, это пока не надо. Ну, вот, экспириенсы есть. Вот эти вот кристаллы в основном интересно. Вот, я к чему разговор веду. Эндстоун, обсидиан, шноублок, стикерезин. Вот этот инерт стринги не надо, у меня по-другому. Незерит хорошая штука. Нам покажут, что мы тут можем получить. Как мы ее можем получить? Инкубатор получим. Этот, ну, в общем, вот да, вот этот процесс. Ладно, фиг с ним. Там всякое мы сможем получить, да. То есть, ну, в чем смысл? Рецепт. Мы можем эту получать. Я-то зачем вот это все думал? Я думал, можем получить Империум Биспаун Ек. Она есть. Империум. Вот. Ну, просмотрев вот эту вот всю таблицу, вот, у нас есть флукс, сульфур, блок аметистов, флорид. У нас только весь Инфериум блок. И сколько там тем эти 10 миллибакетов, а 10 миллибакетов 100 миллибакетов. Одна материя это 100 миллибакетов. Много. Вот, мы можем получить, то есть вот эта пчела хотя бы она есть, но я ее, ну я-то не нашел рецепт. Ее как бы тут нету. Потому что, допустим, даже Биспаун, Кристалл, Ториум, как она там называется, этот, красненькая, Супрериум Би. Вот, она есть, но ее как бы... Ее мы получить не можем. Ближайшая, которая теоретически возможна, Империум, вот это вот, Империум. Вот. Хонсеппл. Ну, единственное, может, возможно, тут есть как бы баки, его не показывают просто. Вот. То есть, какие мои мысли? Поставить тут ферму, и чтобы хотя бы, если невозможно, какую-нибудь более мощную, получить вот эту вот фигню, грубо говоря. Так, это мне не принадлежит пока. Вот, это пока убираем. Так, о чем я еще хотел рассказать? Это сюда, вакс, ну ладно, фиг с ним. Вот, то есть я планирую сюда... Что это было? А, это вот эта фигня. Я планирую сюда пчел перенести, они у меня тут будут сидеть под, ну вот, в ульях и давать мне, и сколько тут. Тем более, говорят, на одну кормушку можно поставить с одной стороны и с другой, то есть... Вот тут и тут. И это все будет не работать на инфе. Это в самом худшем случае, если мне не получится сделать вот эту вот империум эссенцию. Вот. И мне вот пока что удалось сжать вот до такого варианта. Тем более, вот они, видите, они все зачарованы. Брейкинг. То есть у меня они много получаются. У меня они много получаются. Так, у меня получится все забрать. Забрать. В принципе, чего я их сюда скидываю, если мне их надо как бы вот туда скидывать. Smooth Lab. Это мне не надо, да? А где она? Во. Это мне надо. А где синенькая? Или я уже сломал? Или она в сети? Так, мы вот это можем положить сюда, где там начатое. Breaking.
Получить зелененькое, да? Ну, это я вручную делаю, потому что пью злеп, а она что, бесконечная стала? То есть она что, уже не ломается? Так, и юза оранжевенькая. Ну, вроде бы как ломается, но... Так, оранжевенькая юз, это будет уже синенькая. Синенькая. Так. Вот это рецепт. Так, 24. А синенькая империум. У меня, может, есть она? Или уже сломалась? Или мне опять делать надо? А, синенькая есть. Хорошо. 6. Во. Мне надо будет сейчас сделать эту эссенцию, да. Вот у меня они тут есть. Все, у меня их тут нету. Сколько у меня тут получилось? Вот они. Так, у меня синеньких мало, да, у меня 24 красненьких. Я хочу сделать для начала этот самый, вот этот Insanity, как она там, чтобы получить этот синий красный кристалл, который... А, можно вот этот проинфузить. А, у каждого своя. Понятно. Синий кристалл, который бесконечный. Вот, в общем. А потом тебя можно апгрейдить до такого, до бесконечности. Ага. А может сделать? Фиг его знает. Мне надо синий кристалл. Синий кристалл похож на обман. Так. Синий мы можем апгрейдить до такого, да? О, и он остается. Замечательно. Так, и его мы должны... Вот 4 вот таких надо. А 4 таких у меня хватит, не хватит. Так, для начала ее зачаровать же надо. Лучше зачаровать, чтобы она бесконечная была. Минусал, не, плюс, минусал, давайте. Так, так, премиум, джонг. Брейкинг, магнит. Ну, магнит нафиг не нужен, но вот брейкинг это полезно. Так, мне надо 4 вот этих вот бесконечных. Раз, два, три, четыре. Так, я надеюсь, у меня сейчас получится этот бесконечный камень. И ее мы можем сделать бесконечным. Мастер-кант. Unlimited Infuse. Вау, у меня есть мастер-карт. Так, эти, значит, все плиз нафиг. Да, а сюда скидываем мастер-кристалл, а остальные, ну, давайте сюда сбросим. Они уже мне не нужны, как бы. И осталось 4 супремиум эссенции. Так, своего я достиг. Ну, я вот получил мастер. То есть теперь у меня это можно запустить на автомат. То есть он не тратится, да? А его зачаровать можно, допустим. Не знаю зачем, но если есть возможность. Нет. И его можно использовать для любых, я так понимаю. Надеюсь. Да, для любых. То есть, если системе скажу, давай ты мне это все, что он будет делать? Зашибись. Вот только рецепт. А, можно даже блоками делать. Замечательно. Хотя этот камень тоже тут должен лежать. Вот. Так, теперь перейдем к тому, как если вы зафорсмачили, как и я, себе игру, испортили игру, допустим. Так, для этого для начала минус ал или плюс ал.
Так, извините, как всегда, тут нормально все, тут нормально. Тут что? О, эти уже готовы. А новых у меня нету. Так, подожди, ты котелок не вари. Так, это значит сюда 8 штук. Вот, еще у нас чуть-чуть есть эти фиговинки. Так, берем это. Верстак 8. Так, неподготовленных. Их, по-моему, надо смешать с этим. Да. Там Иркман просил, чтобы я другими этими занялся, да, но я что-то не хочу. Можно ураниум иган там сделать ураниум энчантер, вот сделать эти блейзи, вот эту во, незерстаровские, с помощью их там зарядить вот это, прокачать, да, вот, профорсить, там есть какая-то схема хорошая, но для того, чтобы их прокачать, так, тут там 8 таких простых урановых стержней прокачивают 8 вот этих вот изотопных стержней. Так, подожди, ты меня сейчас прокачиваешь? Да, прокачиваешь. Вот. Так что пока мне это не надо, пока мне это все удовлетворяет. В принципе, мне надо два вот этих урода оставить, да, пойти сделать вот эти вот большие. У меня там этих пластинок понаделано. Так, сейчас вернемся, не беспокойтесь. Так, раз, два, три. Одна остается. Ну ладно, одно, так одна. Маловато, мне еще их надо облагораживать. 2, 3, 4. Мне надо 1, 2, 3, 4,